Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего блога, канала, сайтов. Я, Фролов Юрий Андреевич, хочу к вам обратиться, а в первую очередь к тем, кто впервые смотрит, либо только начал смотреть мои видео. И хочу вам дать в начале небольшую такую рекомендацию. Все-таки вы обязательно посмотрите мои лекции по здоровью, если вас тема эта интересует. Большие вот эти по кровеносной, дыхательной системе, пищеварения. Они идут по 4 часа и более, но вот таким же темпом и простым доступным языком очень сложные вещи я там объясняю, но те вещи, которые необходимо каждому из нас знать, потому что мы, если хотим быть людьми здоровыми, все-таки для этого мы должны знать, как устроен наш организм, и не верить кому-то на слово, понять самим. Вот чтобы самим понять, надо либо очень долго учиться и потратить годы, десятки порой лет жизни на это, либо, ну вот, может быть, я на себя такую функцию взял, объяснить очень сложные вопросы быстро и просто. Это, в принципе, возможно. И полагаю, что у меня это все-таки получается, по крайней мере, по тысячам отзывам людей, вот вас, уважаемые зрители. Но есть люди, которым, ну, не только не хотят читать, и которым трудно и лень смотреть длинные видео, и поэтому мне сказали некоторые люди, советовали, запишите по 5-10 минут ролики, хотя бы вводные какие-то, чтобы те люди, которые так бы прошли мимо, все-таки посмотрели их, а далее, ну, далее их уже судьба, что называется, повела бы дальше или нет, кому что суждено, вся, по крайней мере, зацепка будет какая-то. И вот я в этом желании помочь своим видео, своими, о решении, так сказать, вот этих проблем со здоровьем в первую очередь, решил такие ролики все-таки снять. Первый, нынешний, будет вводный. У меня есть вводные лекции, несколько. Я под видео дам ссылки на них с рекомендацией посмотреть, потому что уверяю вас, что ни за 5, ни за 10 минут невозможно в принципе объяснить то, что вы сами потом поймете, почему, и скажете, что да, не напрасно я посмотрел эту длинную лекцию. Но попытаюсь вначале вот о чем сказать. Первая моя вот нынешняя лекция, маленькая мини такая, обращение к вам, вот о чем будет. Я хочу рассказать о причинах и первопричинах болезней человеческих. Вкратце, тезисно вот что скажу. Ну, в природе дикой, природе естественной, среди обитания нет у высших животных тех болезней, которые есть у людей. А я скажу даже более того, что у домашних животных есть те проблемы, те болезни, человеческие болезни, которых нет у их сородичей в дикой природе. Я имею в виду разные формы рака, автоиммунные заболевания различные, сахарный диабет и прочее, все это есть у людей, у их домашних питомцев, которые, подчеркну, они которых кормят своей домашней пищей, это в первую очередь касается кошек, особенно собак, вареной пищи и прочее. И тут нужно понять несколько моментов. Во-первых, тезисы, постулаты, истину законов природы, я скажу, что в природе есть все, чтобы решить любую проблему, любые средства. В природе все абсолютно идеально сбалансировано и так, как миллионами лет, ну, скажем так, кто верит, допустим, в то, что в планете нашей все-таки миллионы лет, там, жизни, по крайней мере, это не суть, вообще не важно, важно то, что все идет по строго определенным законам, по законам причинно-следственных связей, это факт, и поэтому эта система, биосфера Земли нашей в целом, самая крупная наша экосистема на нашей планете, держится стабильно, идеально, и даже на те факторы антропогенные, что человек вносит, губя нашу природу, она все-таки, вот эта вот ее сама, скажем так, стабилизация, она еще работает. То есть настолько она сильна. И вот нам надо понять эти законы в том смысле, что не все полезно, что в рот полезло. И то, что мы едим, мы роем себе могилу вилкой и ложкой. Это правда. Потому что, во-первых, законы природы в данном аспекте, законы гласят так, что только живая клетка передает в полном объеме другой живой клетке энергию, строительный материал. То есть, если она живая, как она есть, как природа создала, никто в природе не варит, не жарит простым языком. И не только потому, и не потому, что не могут, а потому, значит, что природа все биохимические процессы приспособила именно под то, чтобы человек и любое живое существо на нашей планете получило пищу, то есть энергию, строительный материал, из той видовой пищи в том виде, как она ее создала, то есть не в жареном, вареном. А при жарке происходит денатурация, например, денатурация полной необратимой белков, то есть разрушение первичной структуры белка, когда жизнь больше невозможна, и белковая структура навсегда разрушена, денатурирована, да, так в биологии называется, полная необратимая денатурация происходит при плюс 70 градусов, а уже при плюс 43-5 происходит разрушение ферментов
и многих белковых соединений. Так вот, что я хочу сказать, это первое. Второе, есть понятие видовое питание, то есть по нашим морфологическим, то есть внешним, анатомическим и биохимическим данным, по каждому живому существу можно сказать, чем оно питается, почему это логично и так далее, и какие характерны продукты питания, почему, что под это, что называется, заточено у нас, и внешне, и внутренне. И вот на основе этих всех четких, не нашего самомнения и наших верований в любимую сардельку, ну, условно говоря, мы видим, что мы по типу питания плодоядные существа, не травоядные, не хищники, никакие не всеядные, а всеядных животных в природе вообще очень мало на самом деле, и эта всеядность условная приводит все-таки к проблемам, когда перевес склоняется в сторону плотоядной пищи. Это вы можете понять, когда мы будем разбирать, и вы посмотрите мою лекцию о пищеварительной системе, о строении, функционировании и так далее. И вот на основании этого я скажу, что человек, конечно, должен питаться пищей в идеале живой, то есть сырой, растительной пищей. Это огромное количество всего, и плоды, и проростки, если мы говорим о там, кунжуте, макисе, амаранте и других семенах, именно о проростках. Если мы говорим о фруктах, овощах, все верно, о зелени и так далее. То есть в природе всего это очень много. Теперь второе заблуждение большое, что а как же белки, откуда взять белки? Белки, дорогие друзья, синтезируются в каждой клетке нашего организма, в таких органеллах, которые называются рибосомы. Там происходит процесс биосинтеза белка, то есть сборка. Сборка происходит из составляющих белковых молекул, это мономеры, аминокислоты, мономеры полимерной белковой цепи, цепочки белка. И поэтому в каждой клетке, в зависимости от нужд данной клетки на данный момент времени, это только природа, только наш организм знает, мы синтезируем по вот этой свыше программе, по нужности организма, данной клетки, данного органа, ткани, белки, какие надо в данный момент времени, из аминокислот. То есть в пищу мы должны получать аминокислоты. Плюс к этому мы можем по-другому синтезировать аминокислоты, из которых потом будут белки синтезироваться в каждой клетке организма. Это помощь нашей симбиотической кишечной микрофлоры, которую мы не должны убивать, загаживать и смещать ее в сторону патогенной. А у нас, у всех людей современных, она, конечно, смещена. Далее, значит, болезни, конечно, имеют свою причину. И во многом врачи здесь правы, то есть говоря о тех или иных болезнях и конкретных причинах. Но забывают они о первопричине, потому что об этом просто никогда не думают. Не думают в силу того, что каждый из нас, будь то врач, ученый там, или любой иной профессии человек, мы все прокатились через детство, со школьной скамьи, из детского сада, воспитываясь в семье, в обществе, к тому, что данные продукты естественно необходимы, и мы никогда в жизни, даже в науке, что недопустимо, не задумываемся о том, что не это ли причина, и если факты говорят об этом, мы отбрасываем факты, как говорят, тем хуже для фактов. И это ужасно, но это факт. Человек хоть 90, хоть 100 лет проживет, даже ученый порой, а я знаю таких, знал людей, которые никогда об этом просто не думали. Они думали, что есть мясо, это естественно. Что, а как же без мяса, так сказать, особенно в северных условиях, холод, вот, и так далее. И это все у нас в подкорке сидит, то есть в подсознании, и мы верим в это. Мы не понимаем это, мы просто говорим, что это якобы так, на основании того, что мы в это верим или хотим так верить. Ну и себя убеждаем, обманываем, отбрасываем факты. И пытаемся какими-то конкретными, вот такими из жизни, значит, вспоминаниями, что-то доказать себе или другим, что якобы это правда, естественно, я имею в виду есть мясо, молоко пить, хотя, конечно, это неестественно. А молоко, что ж, молоко естественно пить, когда вы маленький грудной ребенок, как в природе есть молочного вскармливания, и у своей мамы пьете молоко, это естественно, необходимо и жизненно важно. А остальное это молоко, я имею в виду потребление во взрослом периоде жизни, тем более молоко других видов животных, с другой программой, химическим составом, это, конечно, извращение. Но мы сразу защищаем свое молоко, творог и сыр. Почему? А только лишь на том основании, что мы верим в то, что это нужно. Или мы это любим, или мы говорим, а это бабушки ели, мамы и ничего. И ничего хорошего. И вот поэтому человек имеет миллионы людей, миллионы болезней. Поэтому каждый умирает не от старости, что называется, от болезней и так далее. И вот в этом проблема, что мы верим в то, что не есть на самом деле. Значит, есть 8 групп факторов основных причин болезней. Это, конечно, и наше, ну, назовем это в кавычках, экологическая среда, то есть те антропогенные воздействия, которые придумал химической промышленностью человек,
который убивает нас. Это хлорсодержащие, фенолсодержащие соединения и прочая химия, что называется. Безусловно, это электромагнитные волны, воздействия, поля мощные, которые меняют поля нашей уже клетки, и полярности, и зарядов, и распределение их, и вообще биохимию в целом. Это правда, то есть сотовая связь, прочее. Есть такие факторы, их много, 8 групп я выделяю. Но самый главный из них, поверьте, а вы поймете потом, а пока поверьте, это питание, потому что каждый день мы вкладываем в себя десятки, сотни грамм, а то и килограммы пищи, из которой либо так, либо иначе будут строиться наши клетки организма, и мы можем расходовать свой огромный потенциал жизни, данный нам на столетие, по сути, мы можем расходовать в разы быстрее, что и делаем. И конечный продукт, что называется, аномальный, вот это деление клеток, ошибочными делениями, которыми обусловленная вот эта измененная биохимия, является онкология. То есть процесс митоза, нарушений, возникновение аномальных клеток, да. И тут причина какая онкология? Во-первых, сейчас это уже абсолютно точно установлено, это все-таки грибки микромицеты, дрожжевые, плесневые, они откуда берутся в организме? Не у всех они, ну скажем, развиваются в том количестве, при тех условиях среды, когда они вот провоцируют вот это вот перерождение тканей. Ну а потому что есть первопричины. А первопричина главная – это накопление гнойных токсинов и трупных ядов в организме и невозможность их в полном объеме выведения из организма. Это как раз когда человек потребляет высокомолекулярные сложные белки, которые не могут в полной мере разобраться в нашем организме, а тем более если это белки высокомолекулярные, да еще и дегидрированные. Так вот, это да, речь идет о мясе, молоке, животных белках, потому что в организме этих животных эти белки образовались для строго определенной задачи, выполнения биологической задачи, их, например, двигательные функции и прочее, конкретно их групп мышц, там, толкательных, прочих. Но мы, потребляя это по невежеству своему, по вере, в пищу, мы получаем не то, что нужно для нас, и чтобы это разобрать, переработать, утилизировать, вывести из организма и что-то усвоить, нужно гигантское количество энергии, ферментных систем нашего организма, и потому ресурсы, данные на огромное количество лет, тратятся безвозвратно быстро. И вот зачем тратить их? Это глупо. Вот чтобы все это осознать, чтобы понять, что это все правда, абсолютно истина, и так все это просто на самом деле, я свои лекции стал в свое время, несколько лет назад, записывать. Я советую вам посмотреть те лекции, которые будут под данным видео. А следующие лекции мои, маленькие, короткие, будут по проблеме сахарного диабета. Меня многие просили об этом. Ревматоидного артрита там, и других проблем. Или каких-то обобщенных групп, которые будут небольшие, но в которых будут даны потом ссылки на те серьезные лекции, либо мои методики лечения, которые помогут вам избавиться от этих болезней, либо вашим знакомым, родственникам и так далее. Поверьте, все излечимо. И тот же сахарный диабет лечится второго типа, например, очень просто и быстро. Первого типа тоже лечится чуть с большими усилиями. Но для всего этого первое, что нужно вам, это знание. Потом отсутствие лени, понимание, что вы идете правильной дорогой, и соблюдать четко рекомендации. Да, у меня есть группа инфопродуктов, так называемых, мини, маленьких, где разбирается одна, две, либо три проблемы, и большие, глобальные, например, по лечению болезней желудочно-кишечного тракта, начиная от всех отделов нашего ЖКТ, вплоть до там, очень серьезных проблем, там, полипоза, там, язвенного колита и прочее, прочее. И по многим другим болезням, проблемам, посмотрите, пожалуйста, если будет интерес, в моем блоге youfrolov.blog, в разделе «Инфопродукты» там есть и те, и другие, и на многие иные темы. Значит, следите за моими новостями. Я советую вам подписаться на мой канал youfrolov.blog на рассылку, тогда вы будете получать новости. Плюс на канал в YouTube обязательно подпишитесь, под этим роликом есть возможность подписаться. Проверьте, что вы подписаны, потому что вы будете видеть новые видео, уверяю вас, очень важные и интересные, на разные темы. У меня есть несколько плейлистов на моем канале в YouTube. Если вам не интересно, например, органическое земледелие, экостроительство, то не смотрите. Если вам интересна только тема здоровья, так и смотрите плейлист по здоровью. Вы будете видеть именно эти записи. Ну и так далее, и в этом духе. Что ж, дорогие друзья, я думаю, что для начала хватит. Рекомендуемые мной видео будут по ссылочкам внизу. Я надеюсь на то, что вы, люди, все-таки с желанием жить здоровыми и счастливыми людьми, счастье в полной мере, без здоровья физического, конечно, невозможно, и свобода невозможна в полной мере без физического здоровья. Это очень важно.
И жизнь не то, что долгие годы самоцель для человека должна быть просто, чтобы жить долго и вот наслаждаться жизнью. Это хорошо, но как человек живет не только для этого, для достижения целей и задачи более высоких, жизнь здоровая человеку нужна. И поэтому я, конечно, сделаю все, чтобы донести эти знания, чтобы, ну, как бы сказать, вот этот разметать бисером мракобесия, развенчать вот эти ложные стереотипы, представления, которые сейчас у людей очень сильно засели в подсознании, даже у медиков, и цепляются люди за эту любимую сосиску, сардельку, цепляются всеми руками и ногами, как алкоголики за свою рюмку или фужер или кружку цепляются. Да мол, кто тут алкоголик? Я свою меру знаю и так далее. А при чем тут алкоголь? То же самое. При чем тут сосиска, при чем тут мясо? А как же? Нужен кальций, нужно мясо, белки, детям незаменимые аминокислоты и так далее, и так далее. Вот вы все поймете, кто еще не знает. Не поверите мне, поймете сами, что это глупость страшная. И за эту глупость мы проплатим, платимся очень малой продолжительностью жизни, болезнями, начинающимися уже с детства. И вот, чтобы все этого не было, путь один – знание и применение этих знаний на практике. И чтобы мы повернулись с вами, наконец-то, лицом к природе, а не другим местам. И только тогда мы сможем, а иначе никак, обрести здоровье, потому что в этой борьбе с природой, а мы боремся, победителем всегда она окажется, но не человек. Как, собственно, мы и видим. Что ж, здравомыслия вам, дорогие друзья. Ну и, конечно, крепкого здоровья желаю, но для этого нужно проявить труд. До новых встреч. Всего вам самого лучшего.